Патрульные станции. Принято к исполнению. А тут пиратов что ли нету? Ох, ни хрена ж себе планетка. Я вот не понимаю, что это за такие рисунки на планетах. Это же не эти, не светяшки, это просто рисунки какие-то. О, обломки. А может мне их разбомбить, эти обломки? Маловато от станции осталось, жуткое местечко. Погоди-ка, компаньон, сканеры показывают, что некоторые отсеки еще функционируют. Хочешь сказать, там кто-то есть? Не знаю, сейчас проверим. Тук-тук, есть кто живой? А если и есть, вам какое дело? Советую ближе не подходить, у меня истребитель на готове. Да и орудийные системы станции не такие мертвые, как вам бы того хотелось. Так что, мусорщики, проваливайте пока целы. Блин, дежавю. Я помню этого чувака. Да. Тише, приятель, мы не мусорщики. И станция нам твоя ни к чему. Мы свободные торговцы, я прилетел сюда только за информацией. Ха, торговцы, хороша сказка, да могла бы быть лучше. Еще раз повторяю, проваливайте, пока я не разозлился. А чтоб тебе, верить или не верить, дело твое, но все, что мне нужно, это информация об определенном транспортном караване. Я заплачу за эти сведения. И сиди на своей станции дальше, больше я тебя не потревожу. Потревожишь? Так ты что, в самом деле торговец? Битый час уже объясняю. Братишка, извини за рисковатый прием. У меня в последнее время мусорщики донимают. Все думают, что в этих развалинах можно чем-нибудь поживиться. Я, честно говоря, тоже думаю. Сочувствую. Теперь назови свою цену. Билет отсюда. Прости, не понял. Я сказал, билет отсюда. Вы меня забираете со станции, а я сообщаю всю имеющуюся в отношении каравана информацию. Как же пустить на корабль неизвестно кого? Компаньон, да он нас в шлюз в одном нижнем белье отправит при первом удобном случае. Закройте меня в каком-нибудь отсеке, заварите дверь, закуйте меня в наручниках, но только довезите меня до любой станции в любой другой системе. Вы хотите знать что-то обо мне? Отлично, расскажу все как на духу. Меня зовут Седой, в прошлом я командовал отрядом «Мечники». Славное было подразделение, не хуже «Звездных волков». Когда мои парни погибли, я подался охранником в триаду, да не сложилось. На нас напали ВКС, разнесли охрану, разобрали по винтику станцию. Мой истребитель печатал станцию. Очнулся я уже тогда, когда все закончилось. Мне удалось залатать пару отсеков, кое-как починить систему жизнеобеспечения, собрать по обломкам немного припасов. С тех пор и отшельничаю. Ты же говоришь, что у тебя есть истребитель. Почему не попытался улететь? Есть-то он есть, только не в летном состоянии. Сколько не старался, так и не смог его починить. Скоро сдохнет система жизнеобеспечения, да и припасы почти закончились. Так что, приятель, меняй информацию на свой билет отсюда. Чтобы ты не сомневался, у меня все записано. Сам бой, откуда и куда направлялся груз, через какие компании агентов он проводился. Я тут от нечего делать, даже прочитал, где ты можешь искать свои транспортники, если, конечно, от них что-то осталось. Компаньон, я против. Про мечников я слышал, неплохие были наемники, да и не в моих правилах оставлять человека в таком положении. А если это ловушка? Да блин, ласточка, ты дура. Какая еще ловушка?
Он же сказал, что мы его можем запереть куда-то. Мы его просто возьмем и запрем. У нас же есть какие-то пушки, что ли. Будь это ловушка, нами бы уже давно занялись, пока Седой нас историями развлекал. Ну и это тоже. Блин, а... Ну так что, заберете меня? Послушайте, я ведь кроме информации могу быть полезен и как боец. Денег у меня нет, но возьмите мой истребитель. Хорошая машина, только в ремонте нуждается. Вы его продадите в два счета, только не бросайте меня тут. Все нормально, Седой, перебирайся к нам. Друзья, я вас должник до гробовой доски, но сейчас нам отсюда лучше убираться. Убраться. Скоро тут появится патруль ВКС, а они, боюсь, разговаривать не намерены. Вот как раз с ВКС я и хотел пообщаться. Думаю, способ разговорить их, не поднимая лишнего шума, найдется. Дело твое, шкипер, хотя мысль бредовая в корне. Патруль тут появится с минуты на минуты. Ту. Кстати, у вас отличная система авторемонта. Мой истребитель починила так, что любо-дорого смотреть. Так что можете рассчитывать на меня, как на бойца. Ну, нормально. В принципе, истребитель, посмотрим, что у него за истребитель. Господа, отлично, вас там и ждем. Я бы хотел поговорить с кем-нибудь из старших офицеров. Эй, что за... Похоже, сейчас будет жопа. Они что-то нас не любят. А, рептор, что ли? Ну, я не знаю. Рептор, он как бы крутой, но... Не очень. У него маленькие пушки, а мне не нравятся истребители с маленькими пушками. Я люблю большие пушки. Система ремонта, система выброса каких-то там ловушек. Блин, почему системы щитов нету? Вот эта штука, зараза, дорогая. Давайте-ка сохранимся и выпустим нашего чувачка. Я тут, я тут! А куда нам прыгать вообще? База на связи. Чего еще? Короче, давайте-ка на патрульную станцию сгоняем. Хорошо, хорошо. Они как бы против этих ВКСовцев будут мочиться. А что там было, короче, что это было такое? Господа, отлично, вас там мы и ждем. Я бы хотел поговорить с кем-нибудь. В общем, копаться лучше не копаться нам в этих вещах. Нам так и сказали об этом. Я не знаю, сейчас нам следует на них нападать или нет. То есть это... Что за чуваки такие? Да вот. Целеуказание принято. База на связи. Ну, с одним-то мы патрулем разберемся, 100%. Может мне всю эту систему зачистить? Мы-то сможем ее зачистить. Вопрос в том, будут ли на нас охотиться после этого. Цель
Парашютам. Они рехнулись? Сейчас узнаем. Я ловлю маячок спасательной капсулы. Летим к ней. Давай, стреляй уже, хватит тянуть. Выстрелю, если посчитаю нужным. С какого праздника вы на нас напали, даже не выслушал. У меня приказ сбивать каждый корабль, контактирующий со станцией, потом подбирать капсулу и доставлять выживших на допрос. Почему ВКС напали на станцию? А мне откуда знать? Я всего лишь старлей. Генералы под козырек передо мной не берут. И в свои планы не посвящают. Мое дело маленькое – патрулировать определенный квадрант и следить, чтобы никто не рылся в обломках станции. Ну, в общем, в принципе, у них субординация какая-то присутствует. Но, как мы знаем, у них еще и коррупция присутствует. В принципе, я не знаю, что лучше. Плохая субординация или большая коррупция? Или то и другое? Не знаю. Беря взятки, вы что, не нарушаете субординацию? Ну, наверное, нет. То есть им же ж не запрещено. А, ну они ж нарушают приказ. Вот те вот нарушили приказ, а этот не нарушил. И он поплатился. Следовательно, всегда нарушайте приказы. Нужно знать, если, блин, вам приказали не пропускать никого без пароля, но при этом идет какой-то генерал, а вы его не пропустите без пароля, и вообще не пропустите его, а он забыл пароль, например, то потом вас снимут с должности, несмотря на то, что вы выполняли приказ. Это дело такое простое. Они такие же глупые люди, как и все остальные, и они не будут разбираться, что вам был дал приказ или еще что-то. На вас скинут всю вину и все. Как обычно это и делается. К станции шел торговый конвой. Что с ним случилось? Понятия не имею. Даже слухов не слышал. Послушай, я уже рассказал все, что знаю по этой станции. Решишь стрелять, дело твое. Оставишь живых, буду тебе благодарен. Но к уже сказанному мне добавить нечего. Ни единого слова. Компаньон, у нас большая проблема. Сюда летят несколько крупных подразделений ВКС. Очень-очень крупных. Проклятие, мы успеем смотаться к обломкам? Нет, они идут к порталу на Нью-Иерусалим-3. Хотят перекрыть нам путь. Сваливаем скорее. Да, уходим. Жаль, так ничего существенного и не узнал. А мы его капсулу не можем подобрать? Ну, сражаться, я думаю, не имеет смысла, хотя бы потому, что это. Тут все заскриптовано. То есть, если даже мы супер крутые и можем победить всех ВКСовцев на земле, то мы все равно отсосем у этих парочки подразделений. Наверное. Я, по крайней мере, рисковать не буду. Это вот эти, что ли? Давайте прыгнем в эту систему. Такая вот линейная игра. Фу, еле вырвался. Я тоже фух сказал. Все, конец моей новой карьере свободного торговца. Что, выкусили? Рано расслабляться. Нам лучше добраться хотя бы до станции на тот случай, если они вдруг погоню вышли. А еще лучше вообще покинуть систему. Легки на помине. Я бы готовился к худшему варианту развития событий. Давайте в Нью-Иерусалим 2 прыгнем. Тревога по системе. У нас гости. Я так понял, это тоже скриптонуто. Я тут. Подкрепление выслано. Удерживайте позиции.